Всем привет, вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья мои, в прошлом видео я показывал вот этот свой новый горн. Такой домик из кирпича шамотного. Но много справедливых замечаний было в комментариях, что ты так и не показал принцип работы. Принцип работы на природном газе. Сейчас я все покажу, как подается в горн горючая смесь и как нагнетается воздух и газ. На примере вот этого пылесоса, он еще не работал, в смысле вот в таком порядке, для нагнетания воздуха. Я его переоборудую и покажу, как что работает. Да, еще вот у меня стружка латунная, ну, тут какие-то краники от этого, от газовой печки. Я все это взвесим, расплавим, опять замерим, сколько сгорело газа, сколько вышло готового материала. Для начала покажу вот эту вот систему. Это просто, как говорится, кусок дюймовой трубы 25-й. Здесь у меня резьба, почему? Здесь раньше я накручивал рассекатель, но сейчас решил от него отказаться. Не вижу в нем смысла. А потом вот здесь вот под газ ёршик, под шлангочку. Вот такой газ обычный. Магистральный. Я покажу потом. Не, покажу, как он горит. Давление его. Вот сам показывать не буду по понятным причинам. И кран. Кран дюймовый. Для чего? Для регулирования подачи. Если газ я открываю на всю, а воздухом я регулирую, как говорится, смесь саму, чтобы оптимальная получалась. Вот, собственно, и все. Очень простая конструкция. Вставляется она даже, я ее ничем не фиксирую. Вставил, и все, вот так она у меня висит. Вот, достаточно. Пылесос. Раньше у меня был советский пылесос «Ракета». Я думаю, кто помнит, у него был как всас, так и выход воздуха. То есть он там, не знаю, красить и можно было. В советское время, чтобы можно было прям все делать. Сейчас вот этого буду делать, переделать. Тот советский пылесос «Ракета» у меня благополучно сгорел. Мне надо было плавить и пришлось импровизировать. Вот такой вот пылесос. В нем еще проблема в том, что вот это вот проволока, это не проволока, по ней еще электричество идет. Потому что регулируется подача воздуха вот здесь. Ну, сейчас мы это все. Что нам надо? Нам надо шланг отсюда переместить вот сюда. Сейчас покажу, как я это делал. Опа. Убираем отсюда все лишнее. Все фильтра. Ну и ладно. Вот сюда надо поставить жучок. Ну это на этом пылесосе. Чтобы он мог работать. Так. Эту часть сейчас раскрутим. Угу. Это лишнее. Итак, вот у нас шланг. Его надо, соответственно, закрепить сюда и вот сюда. У всех, тем более новых пылесосах, здесь стоит фильтр. И он меняется. Его выкидываем. А сюда надо просто приспособить целлофановый пакет. Так, как получится. Ну что, надо включить, посмотреть, что получится. Так, пробуем. Кнопки нет. Жучком. Вот. Красота. Так, теперь надо всего лишь вот это сюда подсоединить. Ну тут понятно, изоленты намотаем, да и здесь тоже.
Так, пробуем. Обращаю внимание, вот тут есть кое-где отверстия, герметичность тут не обязательно. Этого достаточно. Ну что, в принципе готово, можно зажигать. Обычный газ. Вот это и все давление. Пальцем легко можно заткнуть. Так, сейчас жучка поставлю. Обращаю внимание на то, что сперва идет пылесос, потом подводится газ. Не наоборот, потому что если поставить наоборот, он может пылесос давить. Газ наоборот отгонять. Перекрою. Так, ну что ж, теперь взвесим стружечку. Вот с краниками с этими. Посмотрим, сколько до. И посмотрим, сколько выйдет после материала. Нули. Пошли. Вот 5 краников тут. С газовой печкой. Недавно поменял. И стружка. Так, 120. Ну, еще, оп, до ровного счета. Не, чуть-чуть не хватает. Ну, будем считать 1200 грамм. 1193. Ну что, начинаем плавить. Вот этот тягелек у меня в прошлом видео очень сильно пострадал. Надеюсь, хватит его. Хотя бы на одну плавку. Так, сперва я расплавлю вот эти краники. Они помассивнее. А потом уже буду, когда они расплавятся, подмешивать стружку. Потому что если сразу стружки насыпать, ее очень много сгорит. Там до 50%. Я уже пробовал. Что хочу сказать, друзья мои, сильно я огорчен. Сейчас объясню почему. Вот все, что удалось выплавить. Сейчас я взвесим. Подожди-ка. 543 грамма. Что там, половина, даже меньше, чем половина. Вот что мне получилось выплавить. Не бог весть какого качества.
Чем же я так огорчен? Тем, что вот этот горн, мой новый хороший горн, он для плавки цветных металлов не годится. Либо закрытый тигль какой-то нужен. Почему? Потому что сильно горит металл. Я понимаю, что это была стружка. Но вот я сюда принес печку свою. И что хочу сказать. Весь этот металл, который у меня вот тут стоит, поставил красивый, он отлит в той печке. И в нем чистота очень хорошая получается. И не так горит металл. Почему? Потому что тигль помещается сверху, потом перекрывается, и все. И выхлоп идет вниз. То есть он проходит по тиглю и уходит вниз. Вверх не попадает. Здесь я думал через щели, там вверх уходит горна этого выхлоп. Но все равно горит, очень сильно горит металл. В прошлый раз плавил чугун, может потому и углерод выгорел. Здесь такого не происходит. Так сильно металл не горит. Так что, друзья мои, если хотите делать себе печку именно для плавки цветных металлов, вот у меня есть видео по образцу, как говорится, очень хорошее. Во-первых, вниз выхлоп идет, можно всегда туда подложить форму. И она хорошо прогревается, высыхает металл. Если тигль прогорает, вытекает вниз. Вот тигль находится здесь, а вот здесь это все заполнено гипсово-перлитной штукатуркой. И оно хорошо нагревается. Короче, грустно мне, друзья, грустно. Столько времени потратил. Погнался я за пространством вот этим. Чтоб можно было туда все, что хочешь, поставить. Туда не так удобно, то сверху засовывать. А здесь можно стеклянную бутылку поставить там. Все, что угодно. Вроде открываешь, и сразу большое окно у тебя. И тут можно подлазить. Горит, сильно горит. Вот как-то так. Ну, принцип действия надува тот же самый. Сюда одевается пылесос, сюда поступает газ и краном регулируется. Единственное, что все поближе бывает, когда она сильно нагревается, печка, она вечером в темноте светится вся, становится красная. Ну, в принципе, не плавится. Там кое-где есть подтек, нержавеющая сталь местами. Подтекает, а так, в принципе, держится печка. Хорошая печка. Вот так вот. А так все, в принципе, вот такого в той печке у меня не было, чтобы, гляньте, все сгорело. Ужас какой. Но этот цинк выгорал, эта стружка была латунная. В большей степени вот вся. Все сгорело. Вот до этого я в печке плавил. Это же латунь. Чистейшая. Вот кое-где там проскакивает. Чешуйки, да? А так, ну, чистейшее литье получается. А тут что-то, я не знаю, надо бы разрезать, посмотреть. Ну что я могу сказать, довольно, в принципе, еще неплохое качество, вот только одна раковинка я вижу. Ну это, сверху это понятно. В принципе, еще более-менее качество. Ушло на переплавку вот этой стружки вместе с краниками порядка 1 часа и 1,5 куба газа. Но это на наши российские 10 рублей. Конечно, стружка, со стружкой заморочился, сгорело очень много. Если были бы просто вот такие заготовки, это, не волнуйтесь, это пойдет в переплавку. Это я не испортил. Еще раз переплавлю, чище будет. Стружку переплавлять, и вот прессовать все-таки надо. Надо прессовать. Очень много она сгорает. Стоит ли заморачиваться со всем этим? Я для того эти печки и делал, потому что у меня, как у токаря, был голод в плане цветного металлопроката, материалов. В большей степени бронзы и латуни. Алюминий как-то не так. И вот сейчас у меня дома, почему я стружку переплавлял? У меня металлолома бронза-латунь вообще не осталось. Я уже все переплавил. Вот
Краники. Недавно печку поменял. Краники были и стружка. Надо же было показать на чем-то. Признаю свою ошибку. Горн красивый, но для литья цветных металлов он не подходит. Слишком горит. Либо надо закрытый тигль какой-то. Но при этом видео про надув. Надув этот как для горна, так и для печки подходит. Вот простейший надув из пылесоса и природный газ. Как-то так. Надеюсь, видео было для вас полезным. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем творческих успехов!